Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет такой небольшой обзорчик, распаковочка. Подобедал я тут у компьютерщиков. Прикупил, короче, себе щупы к мультиметру. Сейчас вот посмотрим. Ну, вообще, вроде все по отзывам пишут офигенские щупы. И сразу вот... ну, силиконовые провода тоже. Я уже брал щупы, тоже показывал. Но тут вот, смотрите, какая мулька. Тут идут сменные вот эти вот иголки. То есть можно не все щупы менять, а отдельно потом вот эти вот иголки только менять. Потому что вот со временем, то есть все равно, как вы ни крутите, я вот уже немного поработал, они там, ну, падали, гнулись, все равно кончики сразу же тупятся. Как бы, ну, неудобно. То есть, соответственно, там отломилось все, ну, как бы замену надо щупы менять. Ну, вот, сейчас, короче, сделаем такой вот небольшой обзорчик. Поделюсь своим мнением и поглядите тогда, будет полезно это или нет вам. Ну, ребят, погнали, будет интересно. Так, то есть, смотрите, щупы у нас вот в такой коробочке приходят. Так, вот откроем. Так, коробочка в сторону, чтобы не мешался. Ну, вот уже на ощупь, в принципе, эти силиконовые сами провода мягкие. Тут у нас стандартные штекера. Причем штекера тоже сделаны интересно очень. Обычные бананы, сейчас посмотрю. Да, бананы тоже сделаны более качественно. То есть, смотрите, я не знаю, тут будет видно. Сейчас я, наверное, этот, под микроскопом вам это все покажу. Сейчас. Вот так вот, смотрите, ребят. Это вот предыдущий я брал силиконовый, да, то есть просто, видите, разрезной банан. Это, ну, чтобы вы понимали, вот, вот такие щупы с несъемными этими иголками, да. Они тоже неплохие, ну, то есть, как бы, вот, поняли, да, бананчик, все простенько. Вот, а это у нас идут вот эти вот BST-050GP. То есть, смотрите, у нас идут кто-то, что... Вот этот банан, он более плотный там, то есть если приглядеться, по всей поверхности, да, вот эти вот лепесточки поджимные, то есть он будет более плотно поджиматься в разъеме, что как бы плюс, я считаю. Вот, и соответственно, снимаем защитный колпачок, вот у нас вот так выглядит иголка этого щупа. Очень, то есть, острая. То есть, чтобы вы понимали, вот у нас какая-нибудь платка с микросхемкой. И вот наш кончик щупа. Это вот корпус там ТС-СОП, да. Соответственно, ну вот он, маленький КФН корпус. То есть, никаких проблем, ткнуть сразу, замерить на какой-то маленькой СМД микросхемке. Проблем не составляет для этих щупов. Вот, то есть, это что у нас касается. И получается у нас что, вот защитные колпачки. Выглядят вот так. То есть, сами как бы щупы защищаются, да? Вот, вот так выглядят сами щупы. Вот, и плюс, если все-таки у вас там со временем щупы вышли из строя, существуют вот такие вот сменные наконечники к ним. То есть у нас получается... Еще бы как бы их снять.
Вот сначала туда откроем вот эту и посмотрим. То есть запасные наконечники у нас выглядят вот так. Вот он вставляется, то есть вот если снять иголку с него, так защитную, вот так выглядит сменный щуп. Вот, а теперь нам самое главное, надо понять, как он у нас одевается сюда. Он получается входит, сейчас, наверное, попробуем пассатишками аккуратно. Да, он очень плотно вставляется. Вот, вот так выглядит сменный щуп. То есть мы его втыкаем. Я думаю, немножко вот до упора его осадили. И, грубо говоря, можно производить замену. То есть вот эти вот иголочки, в принципе, сколько я отдал-то? 200, ну, 260, там, 270 рублей выходит комплект вот этих иголочек. Щупы сами вот изначально, по-моему, в районе 1500 рублей. Но тут опять же, ну, чтобы провод не ломался, все так по уму вообще сделано вот на гибких этих наконечниках. Давайте сейчас попробуем, не знаю, замерить внутреннее сопротивление вот этих щупов родных. Еще для сравнения. Так, у нас получается, так, не самый лучший пример. Давайте я другой тестер возьму, потому что у меня на этом уже батарейка подсела. Надо взять. Так, берем наш мультиметр. Вот они даже щупы тут, в принципе, ну, втыкаются, но немного они замыкаем щупы. И у нас они показывают где-то 1,2, 1,1 ома. Даже если чуть-чуть пошевелить, ну, 0,6, 0,5. Пол ома, короче, на этих щупах показывается само сопротивление. И давайте затестим наши новые щупы. Вставляем. Сразу же, во-первых, более плотно втыкаются. Снимаем защитные колпачки. И делаем замер сопротивления. И сразу 0,1 ома. То есть даже само сопротивление щупов вносит минимальные погрешности в измерение. Так что вот как-то так. И плюс заявлено, не знаю, тут указано, тут не указано, указано, что 0,1 миллиметр имеет остроту кончик жала. А, вот на самих щупах. Вот. Указано, что до 2000 вольт и до 20 ампер через них можно пропускать токи через эти щупы. Ну, как бы на долговременную, я думаю, это не камильфа. Но вот в плане... Так, ну а плюс прозвоночку. Все, прозвонка шедеврально, все быстро. Не оказывает они влияния. Так что щупы, в принципе, ребят, рекомендую. Я, наверное, себе даже таких еще домой пару комплектов прикуплю. Вот. Такие вот. Это я у компьютерщиков подсмотрел. Такими пользуются. Так, щупы качественные. Плюс, большой плюс их, то есть раз купили, разорились. Можно, в принципе, вот 1-2 комплекта иголку еще дополнительно прикупить. Вот этих запасных, если что-то с ним там будет происходить. И вам их хватит надолго. Даже при условии каждодневной работы.
Вот, плюс еще раз говорю, вот они, мягенькие эти силиконовые проводки. Никакого сопротивления они, ну, не оказывают на, ну, то есть дискомфорт в работе. Ну и плюс еще мне нравится, знаете что? Вот у всех щипов, считаю, всех, у них вот этот бортик еще есть. Вот мне кажется, без него, то есть, как бы довольно удобнее именно в тонких местах, где-то, если рядом два щипа находятся, да, при измерении, ну, надо что-то померить прям вообще рядом, то, в принципе, они довольно часто иногда мешают, ну, надо тогда взять, ну, не знаю, на вот, то есть, мы прислоняем, да, так вот удобнее, чем вот с этими бортиками, на некоторых, причем, еще вообще такие бывают большие, не очень удобно, не всегда можно подлезть. Вот, так что я тоже считаю вот этот плюс большой вот этих щупов. Короче, к покупке, если что, рекомендую. Я вот сейчас, наверное, все свои мультиметры переведу вот на такие щупы. Вот. Плюс вот она вроде свободно вращается и, ну, вот я даже слегка, ну, поднимаю тестер, да, за них. Я не знаю, как с этими будет, сейчас попробую. Но они прям вообще тут болтаются очень легко. То есть можно их поджать, конечно, там. Но, то есть вот я пытаюсь вот просто поднять. Видите, он вообще без всяких этих вот под весом тестера. Он уже, они уже выходят. А вот эти, вот он, вставляем. Пожалуйста, я поднимаю тестер, как бы все гораздо плотнее сидят. Но я думаю, за счет вот такого крепления, там как вот эта пружинка распорная. А тут просто как бы разрез штифта, и он чуть-чуть разведен, со временем он теряет эту, ну, пружинистость свою. Надо ли их еще раз там что-то расклинить, чтобы поплотнее входили. Вот, эта конструкция гораздо, ну, более надежная. Как вот так, ребят. Так, ребят, короче, вот такой у нас получился небольшой видосик. Ну, и говорит сразу распаковка, как бы решил просто с вами поделиться. Вот, вот такие вот классные щупы для мультиметра. Вот еще раз. Маркировка его BST 050GP. Вот так выглядит. Это сами щупы. Плюс колпачки тоже такие, ну, нормально так отлиты, сделаны. Вот. Все одевается плотничком. Запасные вот к нему вот такие вот наконечники продаются. То есть это отдельно вот эти иглы. То есть сами щупы можно потом не покупать. Можно отдельно поменять эти. Ну и выглядит, соответственно, коробка вот так, если вот заказывать ее там на Альфе. Вот. Фирма, получается, вот Best, BST, как они там. Все, ребят, надеюсь, информация была кому-то полезна. Пользуемся. Лайфхак такой интересный. Потому что я уже, ну, у меня тут выбор щупов, уже на своей шкуре их тут перепробовал, всяких разных уже, и силиконовых, и простых, каких только не брал. Вот. Вот эти тоже, они неплохие, но вот, как говорится, все познается в сравнении. По длине, вот эти, наверное, по длине чуть-чуть. Но вот этот вот узел, сами видели, да, он, мне кажется, вносит дополнительные эти коррективы по сопротивлению. Ну, где неплотно прижимается и все остальное. Плюс тут минус, ну, со временем все равно там тестер один раз хватанешь, побежишь что-нибудь на машине померить. Соответственно, ну, в электронике нужно желать, ну, такие иголочки острые. А в машине-то, в принципе, и такими можно тыкать, там проверить, все нормально. Но они очень быстро, говорю, сразу же кончики вот подтупляются. Тут, я думаю, тоже, но тут, если что, проблему можно, то есть, сменить. Сменную, то есть, вот отжал, поменял. Не все. А тут уже, то есть, как бы, ну, подтачивать там, они будут уменьшаться, ну, там, сколько раз, там, 2-3 там раза. И все, и оно отломится. Так что, ну, как бы, разница есть. Хотя, в принципе, вот эти, ну, вот эти вот щипы, которые простые, да, без съемных иголок, за комплект что-то там рублей 300-400 я, наверное, отдавал. Вот. А, ну, за эти, грубо говоря, 1500 сами щупы, наверное, стоят. То есть, как довольно дорогие. Но они, говорю, гораздо более качественно сделаны. И вот такие всякие нюансы продуманные. Вот в плане даже того же. Вот выводы проводов. Вот вам пример. Паяльная станция, да?
тоже применяются вот такие решения для увеличения надежности этого места. Но это, в принципе, не системообразующий, потому что я за все свое время, у меня еще ни разу особо не было, чтобы у меня вот тут провода там отломились в тестере. Только на этих вот, на ДТ-830, там вот эти комплектные щупы, там и непонятно из чего сделаны, из какого-то тубового пластика. Ну, там был такой, они эти, оголялся, короче, жилки. Вот. Ладно, все, это я уже что-то там тут лишнюю информацию, короче, да, вот, хотел что-то донести этим видео. Вот, есть вот такие вот щупы, кто именно занимается электроникой, как бы рекомендую. Вообще, мне кажется, щупы топ за эти деньги. Так что вот так. Ладно, ребят, всем мир, всем добра, всем пока.